подсказываю. Я вижу, что ты не хочешь очень быстро делать, действовать как нужно. И ты делаешь все для того, чтобы этот режим пал. Спасибо тебе, Касумжумар. Сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Пока не поздно, делай то, что я тебе говорю. Надо немедленно списать проценты 7 700 000 человек. Поэтому я вновь обращаюсь к банкам второго уровня. Не просто говорит банкам, спешите, войдите в положение. Проявите конструктивизм, гражданскую ответственность и солидарность. Далее, всем медицинским работникам, которые вообще в сфере медобслуживания работают, включая водителя, охранников, с 1 марта до 1 июля, когда предположительно этот кризис, надеюсь, завершится с развитием коронавируса, выплатить по 50 тысяч тенге дополнительно ежемесячно выплатить. Мною принято решение о дополнительных мерах поддержки тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Думаю, сегодня это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков.